С 19 по 20 июля в селе Усть-Кан состоялась республиканская спартакиада среди граждан пожилого возраста. В соревнования были включены такие виды спорта, как настольный теннис, дартс, волейбол, шахматы и легкоатлетическая эстафета, в каждом из которых сборная команда Горно-Алтайска показала высокие результаты. Своими впечатлениями в рубрике «Актуальное интервью» поделился 15-кратный чемпион Республики Алтай, чемпион Европы по шахматам Александр Суслин. Командные соревнования, командные, в составе команды два мужчины, одна женщина. Чисто командные соревнования среди людей пожилого возраста. Мужчины старше 60, 60 и старше, женщины 55 и старше. Это комплексное соревнование, там, кроме шахмат, еще 5 видов. В общекомандном зачете сборная команда города Горно-Алтайска стала чемпионом спартакиады среди граждан пожилого возраста. На втором месте спортсмены-ветераны Усть-Канского района и на третьей ступени пьедестала ветераны Усть-Коксинского района.